Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем высаживать кукурузу, сахарная лакомка, которую мы с вами выращивали рассадным способом. Значит, для этого я сделала лунки. Вот у меня гряда. Сейчас вам покажу. Вот так вот сделана у меня гряда. 10-2, там в один ряд. Значит, в гряду я вложу перепревший навоз и компост перегнивший, рыхлый такой компост у нас уже тут подготовленный заранее. Значит, в лунку ложим часть компоста, одну часть компоста и такую же часть навоза. Все это перемешиваем, немного земли. Это делается для того, чтобы была рыхлая почва. Вот мы с вами перемешали. Заправляем также следующую часть компоста. Видите, какой хороший компост перепревший такой. Палочки попадаются, ничего страшного. Так, и часть навоза. Ну, возьмем комок такой. Точно так же добавляем немного земли. И все перемешиваем вместе с компостом. Вместе с компостом и с навозом и землей. Так, крупную берем. Так, вот и все. Мы с вами приготовили уже два гнезда. Берем нашу кукурузу. Так, помнем немножко. Не выходит. Аккуратно, чтобы не повредить наши корешки молодые, ложим на дно и присыпаем землей. Немножко уплотняем. Вот и все. Первую кукурузу мы с вами уже посадили. Точно так же садим вторую. Как вы заметили, земля сырая, у нас только что был дождь, поэтому очень даже хорошо, чтобы все так вовремя прошло. Точно таким же способом помнем немножко бока. Так, делаю пальчики так, чтобы кукуруза могла спокойно выпасть, чтобы не переломилась. И точно так же. Вы видите, да, уже какие хорошие у нас корешки. Точно так же присыпаем ее землей. Слишком глубоко ее засыпать не надо. Так. Вот мы с вами посадили второй кустик. И точно так же садим все остальные. Так как у нас еще обещают заморозки, если у вас обещают тоже кукурузину, кукурузу нашу надо будет прикрыть хотя бы пластиковыми бутылками или ведрами. Все, спасибо за внимание. Высаживайте кукурузу на улицу, в гряду, уже пора. Всего хорошего.